Все, я тут. Ёбаный, блядь, ОБС, как он заебал. Я, блядь, не понимаю, почему так хуёво работает ДБД. У меня 3 дня назад он вообще... Я работал в 3 раза лучше. Он вообще не лагал. Да ладно, неужели я разобрался? Ебать, я чё, разобрался? Она не лагает нихуя. Ебать, она нихуя не лагает. Отлично. Сука. Чем мне там по ачивкам? Да ладно, я могу еще раз сестре сыграть. Почему меня в прошлой игре не засчитали-то вес? Ах, ну да, блядь, я же ставил драйвер видеокарты, блядь. Там, походу, какая-то хуйня с ним. Вот почему мне все лагает. Мне, блядь, надо драйвер переустановить. Судя по всему. Чего? Хэдденфилд. Окей.
Ну, блядь, по крайней мере, ну, вроде не лагает. Пока что. Я ее не достал. Ладно. Какие ж вы, суки, наглые, блядь. Пошла ты нахуй просто. Блять, пизда нахуй.
Нет, ты, тварь, сдохнешь точно, блядь, я тебе это гарантирую. Oh.
Ну да, почти. Лучше за Фрейза поиграю, там-то я точно все бегну. Крови. Я на Фрейде сыграю. Чего? Пищи не хватает. Так, у меня 22. Так, смысл погибель, почему? Порча погибель. А, это на эту, на ведьму. Бля, да, он хороший. Мне жалко, бля, 2000 тратить ему. Стоп, он вообще 2000. Просто его все равно же можно открыть. На 30-м видно. Ох, качну кладетку, а потом это. Потом ведьму. Что там еще пизда появится? Барбекю чили у меня есть. Ладно, похуй. Перки нового маньяка. Рин? Бля, я забыл, что у нее. У нее, по-моему, Мементо Мори есть на последнего выжившего. Так. А, одержимость страдает от эффекта уязвимости. Бля, это прикольная хрень. Стоп, я могу ее сразу убить, что ли? Блядь, почему у меня Рин? Сука, я не сменил ее на Фредди. Понятно. Жизнь, я все проебал. А, нет, у меня же есть квест, ну точно. Бля, с ваншота и мементо это, конечно, жестко. Но это после починки всех геников. Сука, пиздец. Ты минусуешь сразу, бля. Ебануться. Тогда там надо на последнюю стадию что-то делать. Это надо вот эту порчу, блядь, на уязвимость. И как какие-нибудь перки Фредди.
Мансер, понятно. Я ебаная или нахуй. Бля, я могу же ее убить, точно. Бля, давай, ладно, кладетку. Бля, мог его схватить. Дауны, блядь. Ну ладно, я тебе ёбну нахуй, сука. Сбилась своего тварь, блядь, иди нахуй вообще. Ah!
Да, блядь, куда она мансится? Наебал, блядь, я все равно тебя убью, сука. А, это последняя осталась. Ну ладно. Куда она убежала? Ну ладно, ладно. Блять, я хотел ее убить. Я хотел, чтобы она три денега починила, и я бы убил ее. Да, Фредди мне надо. Там.
самая бесполезная хуйня, которая есть в этой игре. Тебе не скрыться от меня. Да, блядь, хватит мантить от меня, ёбаный в рот. Сколько можно? Блять, почему она бегает быстрее? Ты, блять, будешь закемплена нахуй, сучка.
А ебать, она мансерша, сука. Кладет мансерша, блядь. Бля, ебать они мансера, конечно. Блять, там два мансера, пиздец. Что я сделал, лол? Сука, хорошо играет на самом деле. Вот это пизда.
Ебать, три мансерши, ты чё за пиздец? Отсюда. Бубу. Блин, я потом на Бубе поиграю. Я хочу сделать ачивку на Фредди, сколько мне там осталось. Или может дотку сыграть разок. Так, что там у меня Фредди? Дота надоела? Кому? Тебе? Я не играл в доту уже 3 дня. 2 дня. Так, у меня, что у меня с Фредди? 144 из 200. Это еще мне игр 6 надо. Ой, каких 6 игр? 10, наверное, на Фредди. На ману. Ладно, сыграю одну. Бля, ну они очень жестко меня фонариком светили, прям очень жестко. Thank you.
вообще прям. Что-то они меня жестко, совсем уж прям жестко засвечивали. Это, блядь, это ранг 5, как минимум. Челику всю стенку хуями зарисовали. Я не понимаю, а почему у всех профили скрытые, блядь? Че, по дефолту теперь, блядь, профиль скрывается в стиме, что ли?
Ёбаное болото, как оно меня бесит. Они будут бахать денег, вы серьезно? Да, на мансерше? Да ну нахуй. Опять то ли та же компашка? Блять, походу они же, Пизда наказана. Yeah.
Бля, я затопил, ну хули я так затопил? Нахуй нужна пизда. Ну да, и влюк, понятно.
шкаф залезла, бля. Я ж не могу ее вытащить, блядь, пока она не восстанет. Блядь, это мерзко. И что, у меня 16 тысяч часов в доте. Толк-то, блядь. Что он на это пишет? Фаготто! You make a good fagotto. Блять, что за фагот-то нахуй? Да какой-то... Кто он, блять? Кто он, блять, такой? Испанец какой-то, блять? На манах. Бля, я хочу в доту сыграть хотя бы разок. Красный, так. Блин, 70% это неплохо. Уровня осталось. Че у меня там по Фредди? Так. Ну. 12 раз их сам кинул за игру, неплохо. Так. У меня еще пара игр всего осталось. Ну да. Слушай, если я ставлю подношение, допустим, на предмет, типа я его не потеряю, если проиграю игру. И если я этот предмет кому-то отдам, то типа что будет? Засчитают, что его нет? Или мне дадут еще один такой же? Ну да, есть же подношение, когда ты не проебываешь предмет. А, умереть с предметом будет интересно. Ух, ебать.
Два брата акробата, блядь. В шляпках. Чё они эту хуйню не убирают до сих пор, мне интересно. А, валюта, она закончится через один день. О, как. То есть ее можно было накопить, а потом все. Получается, да, они 2 недели дали с конца того месяца. О, опять одержимый, хуй какой-то. Пизда, ебать. Что она, блядь, делать? Что за бред? Я присел где-то. Ага, вот она. Так и знал, что я могу ее. Бля, она ж не мальчик еще? Блядь. Бля, она даже неодержимая, сука. Если она не мастер, то кто, бля? Минус 2 денег, вау, классно. Ура! Не, я точно ёбну. 100%. Ну,
Че на фонарик не тратить-то? Зачем на фонарике? Ребята дают мне стакать ачивку. Thank you.
Да вы чё, ебать, просто сбежали? Камон. Я хотел еще постакать. А, блядь, ладно. Ласт челик, где? Чё за бред? Почему? Что он делает вообще? Они уже были. А, блядь. Осталось 4 уровня, все. Так, сколько я настакал, блядь, за эту игру? Прям дохуя, наверное. Ебать. Я за одну игру сейчас могу все сделать.
смысле? Так. Понятно. Да блин, почему? А, ну да, может. Да блядь. Не. Не, не хочу бубы. Так я не умею все равно на медсестре. Блин.
Да, блядь. Ну да, точно.
Бля, я буду вечно ждать, что ли? Так, ладно, все, хватит с меня. Все, я ливаю, короче. Пока.